Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня я специально для вас сниму видео о том, как правильно делать упражнение, которое у нас находится в статье. Это именно тренировка с гирями, и там у нас есть топ-15 упражнений, и я ко всем им сделаю видео, как их правильно выполнять. И, конечно же, не судите меня строго, я не гиревик, и как бы вообще с гири особо не работаю, но постарался максимально эффективно написать статью, и, соответственно, максимально эффективно снять для вас видео, чтобы вы понимали, что и как делать. Дальше же техника, конечно же, отрабатывается со временем, потом можете отточить все это дело. Я думаю, если не найдете что-то в моем видео, то обязательно смотрите другие и сравнивайте. Вот, и так что 15 упражнений сделаю я для вас. Поехали! Ну, вот и закончилась моя тренировка, вернее, тренировка или показ упражнений, или как это назвать. В общем, я надеюсь, мне удалось вам показать, как правильно делать упражнения. Вот, если не поняли что-то, обязательно спрашивайте в комментариях, пишите в комментариях под статьей, под видео, обязательно постараюсь вам ответить. Вот, надеюсь, было видео информативным. Ну, опять же, ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся обязательно на рассылку на нашем сайте. Всем спасибо, пока!